Валечек, ну куда ты меня ведешь? Тихо. Валик, ну ты же знаешь, я не очень люблю. Тебе понравится? Сюрпризы вот эти все, Валик. Все, открывай. Ой, сейчас подожди, мне кажется, просто глаза надавило, у меня какие-то цветные круги перед глазами, сейчас они пройдут? Не, Леночка, эти круги не пройдут, эти круги подарок тебе. Валик. Боже, Леночка, ты что, забыла, какой сегодня день? Сегодня ровно 3,5 годика со дня нашей свадьбы. А, точно. Ну, ты знаешь, мне кажется, сегодня еще ровно 3,5 годика со дня нашего кредита на свадьбу. Ты нафига столько денег на ветер выбросил, Валик? Леночка, почему на ветер? Да потому что вот это, Валик, пакеты для ветра, понимаешь? Вот это вот все, Валик, ты знаешь, сколько это стоит вообще? Успокойся, Леночка, сегодня такой день. Можно тебя попросить сказать одну фразочку? Какую? Я люблю тебя, Валик. Я люблю тебя. Валик. Валик. Я люблю тебя, Валик. Я люблю тебя, Валик. Громко. Я люблю тебя, Валик. Что это такое? Валик, кто это такие? Это музыканты! Ну зачем они здесь, Валик? Чтобы поднять тебе настроение! А что они, уберут в квартире? Нет. А, они вымоют посуду? Но! А, они, наверное, вернут нам деньги за шары? Нет. А, может быть, они просто гитары разбабахают тебе голову? Нет, Валик? Нет. Тогда спасибо большое, мужчины, вы свободны. Приятного вечера, Валик. Давай договоримся с тобой раз и навсегда. 3,5 года... Это не круглая дата. Это вообще не дата, Валик. И не нужно мне на каждый яблочный спас дарить чехольчик для айфон. Ну, там же яблочко. Валичек, не нужно. Дальше. Курбан-байрам тоже не повод. И битва под Бородину тоже не событие. Уж как-то поутихла боль потерь. Окей? Валичек, ну, просто наш с тобой бюджет семейный, он не тянет вот эту всю твою романтику. Ну, вот вспомни, что я подарила тебе на день рождения. Я подарила тебе Валик. Валик, мы тогда еще и поржали. Валик. И потолок в квартире закрасили. Ну. Леночка, ну тебе, конечно, легко говорить. Ты всегда даришь подарки со смыслом. А я не такой креативный. Валик, да что я тебе дарила со смыслом? Причем тут креатив? Я не понимаю. Ну при чем тут? Причем? Взять хотя бы Новый год, 2018. Ты помнишь? Что? Ты мне подарила синюю ручку. Год синей собаки, синюю ручку, шариковую. Да, а вот эти твои сувенирчики из магазина «Все по 10». Чашка «Игорь», кружка «Овен». Валик, но ты же Валик. И ты стрелец. Ты не понимаешь? Да я тупо экономлю. Просто мне кажется, что в нашем с тобой случае, Валик, подарки должны быть функциональными. Тебе точно понравится. Давай. Меня пугаешь. Что это такое? Я знал, что этот подарок вызовет у тебя слезы счастья. Валик, я сейчас плачу, потому что белье не подлежит возврату. Леночка, так это не простое белье, это съедобное белье. А мама? Оно еще и съедобное. Сына, иди лифчик кушать. А у нас с папой на ужин что? Трусики на гриле, да? Блин, Валик, ну серьезно, ну куда мы теперь это все денем? Я не понимаю, что же это? Так... Что это такое? Это сюрприз тебе, читай. Не читай ты, это твой. Не надо, ты подарил, ты читай. Читай ты, хочу увидеть первую твою реакцию. А ты не думаешь, что моя первая реакция станет твоей последней? На. Давай, читай. Я читай, сказала, давай. Этот сертификат подтверждает то, что где-то на небесах есть планета по имени Елена. О, Господи. Дорогой боженька, а можно я его убью, а взамен рожу тебе двух других, адекватных? Блин, ну ты что, у тебя теперь своя планета есть. Валик, ну не надо выносить свою глупость за пределы Солнечной системы. Я надеюсь, это все подарки? Да. Послышалось, наверное, я в душ. Что это там такое? Где? Вот там. Что это вот там? Ну, где там? В ванной. В ванной? В нашей ванной. Что это? Шампанское. Сколько бутылок? 100. Я спрашиваю, сколько бутылок? 100. Ты говоришь, бутылок сколько? 100. 100 бутылок.
думала, ты просто прикидываешься, что не слышишь. Сто, а это 100, мать его, бутылок шампанского. Мать его. То есть 70 литров? Литров 70. Олег, ты в курсе, что даже просто воды 70 литров – это дорого? Да. Ты понимаешь, ну, какое время сейчас непростое? Какое что непростое? Кризис вообще-то, что экономика в разрухе, что завтра непонятно, что будет, Олег, что нельзя так жить. Новости, посмотри. Сьогодні родині Шумко виповнюється рівно 3,5 роки. І весь сьогоднішній випуск буде присвячений цій важливій події. З річницею весілля вас цей привід просто клас. Згадати, як це починалось, щоб пристрасть знову розгорялась. Сюрприз! Скільки ти потратив? А? Сколько ты потратила? Блин, да ничего не потратила. Ну, как это ничего не потратила? Это же на телевидении. Ну и что? Ты не слышала на телевидении, когда говорят, о, к нам пришло 40 писем. И что? Все, я писал. Да? Наконец-то жарились. Ага. Да. Олег, так ты врать не умеешь. Ой. Сколько денег это стоит? Сколько это стоит? Лена, у меня есть знакомый Игорь. У Игоря есть двоюродный брат. И у этого двоюродного брата оператор работает на плюсах. Естественно, он знает Барбира и Сенечкина. Мир не без добрых людей, Леночка. Ты серьезно? Конечно. Просто вот так вот поздравили? Да вот так вот. Все. Каждому по 300 баксов заплатил и все. Что? Каждому по 300 баксов? Да. Я сейчас вообще не понимаю, а где ты деньги взял, а? Я спрашиваю, где деньги взял? Ага, почка на месте, а? Вот куда же денежки? Нашел. Я... Нашел? А где ты нашел? Шел и нашел. Куда это ты шел, интересно? На кухню. И что? Зацепил книгу, упала книга, там конверт выпал. Какая книга? Синяя? Синяя книга. И там конверт еще был конверт такой? Конверт был какой-то. И написано на свадьбу? На свадьбу. Валик! Валик, эти деньги я собирала, чтобы кредит за свадьбу отдать. Так что теперь, пожалуйста, вот это свое шампанское забирай. Ну, вот эти надо. Вот съедобные лифчики, не шары. Не давай, пожалуйста. Возвращай все в магазин, пожалуйста. Надо, мне это все не надо. Это ж надо, сколько денег потратил. На, забирай вот это вот все. Давай. Ты не любишь меня, Лена. Валик. Иди сюда. Ты любишь меня? Для Инстаграма сниму. Мой котик такой, Буся, столько подарков на 3,5 года свадьбы. Давай, чеши в магазин, возвращайся, может, успеем еще.